Каждое утро у меня теперь начинается с заглядывания сюда. Ну как можно сразу же первым делом бегу проверять красотунов? Кушают малыши. Оп. Ой, ой, я кого-то разбудила, простите, простите. В общем, как по мне, все-таки она всех пацанов родила. Будет забавно, если Глашка родит всех девчонок. Такие малышечки, малышечки, маленькие, такие сладенькие малыши. У меня тут это, не Жданчик приехал мой. Ну как Жданчик, с ноября Жданчик. Да, с ноября Жданчик наконец доехал. Мальчик мой, первый кот Мейн-кун у меня не кастрированный, который будет. Лорд. Его зовут Лорд. Лорд. Обнюкался весь. Боже мой, дорога-то какая дальняя была. Далеко с Краснодара ехал. Ну. Ой, ты какой мяй. Боже, глаза-то грязные ехал пока. Ну, сейчас все помоем тебе. Ой, урчала. Ты такое мурло. Глазки грязненькие. Сейчас все сделаем тебе. Сейчас все сделаем. Поехали домой. Тебе у меня понравится. Жених под всех моих кунов. Наконец-то у нас свой кот. И как я мечтала, он голубоглазый. Сейчас многие поймут, почему на витаминах именно разноглазая кошка. Боже, какой ты красивый и большой. Ему всего 5 месяцев, он такой огромный. Ты уже и хвост отрастил. Ты уже и хвост отрастил. А, ты болтун. Мне все говорили про кунов-болтунов, я таких не видела. Ты болтун. Боже, какой ты красивый. Это что вообще такое? Ты такой большой. Ты сразу ему люлей раздашь или как? Боже, у него морда уже больше ее. Котенку 5 месяцев. Его взгляд. Да, тут много кисок. Походу, у меня наконец-то будет первый говорливый мейн-кун. Мелис, из твоего же питомника. Вы должны пахнуть одинаково. Смотри, здесь навалять могут сразу. Какой он огромный. 5 месяцев. Кот, так ты вообще что за монстр? Плотный такой. Да, девочки, это по вашу душу. Не прям сейчас, конечно, но по вашу. Одна свинья такая просто даже не проснулась. Кот, не переживай, сегодня их постараюсь всех переселить куда-нибудь. Концентрация кошек большая. О, увидел что-то там. Сел.
Меня прикалывает, куда они приходят, как к себе домой вообще. No stress. Как будто он где здесь и жил. Вообще ничего не боится. Ну, он такое ощущение, как будто здесь жил. Самое интересное, что кошки его не шпиняют. Да, ему еще удивились. Он наоборот такой, знаешь, это все ему интересно. Да, вообще. Как будто здесь все время и жил. Да, ну думаю, сейчас, ну, он сидит на этом, фырчит на кошку. Кристина, сейчас похоже, ты сейчас огребешь. Пошушукались и все, разошлись. Розовая. Ты что за красоту нереальная? Это что? Это вообще законно? Посмотри на меня. Это законно вообще таким быть? Как? Я ж теперь комплексовать буду. Как мне с такой красотой в одном доме жить, а? Как мне с такой красотой в одной доме жить? О, боже, твой глаз. Блин, ну я не могу с этих глаз глупых. Я просто не могу. Ты что за красоту такой? Не могу, как тебе не чишка-то, кусака такая. О, боже мой, ну что за кот? Что за кот? Я не думала, что от породного кота кайфану. Боже мой, ну ты что за кот вообще такой? Нет, я его так тискаю вообще жестко. Ай, пойдешь сегодня знакомиться со всеми? Индейки. Все, все прививки уже нормально отработали, ну, надо, можно знакомиться. Можно же с котами знакомиться. Индейки. Вот сейчас кот офигеет. А поскольку давать? Да сколько съест? Ты собаку увидел, да? А он так может прям долго на руках сидеть. Что-то он хочет, части. По-моему, свалить. Не. Это одну часть на два дня. Кто такой енот? Это что вообще за конь тут сосет, а? Ты как с мать размером. Ну, посмотрите. На эту, господи, там рот-то уже больше этого. Да, больше тебя, ты же моя сладкая. Вторую, да, там все высосало уже, все молочко закончилось, да, еще надо? Его нужно любить. Еноточек. Сколько они живут? Ну, вообще могут лет 20. Этот не знаю, сколько выдержит, потому что у него позвоночник кривой, таз кривой, вообще все печально. Ему уже 9. Его держали в клетке. Тебя в клетке держали? Ну, в целом, котики почти угадали. Этот диван я перенесла действительно для них. Правда, вполне определенную комнату, вот в эту. Этой комнатой, видишь, мои красавцы. Эту комнату займут сейчас куны. Красавцы мои. Лежат в обнимочку. Ой, как же он тебя потрепал. Еще один красавец. Тут сидит. Бобр все, непонятное дело. Тусит тут. Синушки. Как ты? Как ты? Скучала? Скучала? Я очень скучала. Какой у тебя Артек сделал задвижку. Вот Артек молодец. Я вот не додумалась, что ничего не выпадало. И сено. Да ты же мой сладкий. Мой мальчик. Я так скучала. Ой, мой маленький, хороший бобр. Да. Такой тепленький, все не спит. Как Артек догадался, молодец. Смотри, какое гнездышко себе он сделал там. У вас тут как дела? Недовольная такая сидит. Как же они любят друг друга, как мне их каждый раз, ну, сюда я их практически вместе перевела. Вот как теперь их опять разлучать, потому что я думаю, по моим ощущениям, Глафиру мне скоро придется забирать домой. Ну что так сразу-то, а зачем? Я же любя.
что за... Еще и всему это огребает. Нахохлилась. Пусечка. Еночья тусня. Все здесь? Ну да. Спят, ладно, не буду вас трогать, спите.